26 октября 1794 года в ходе польского восстания под предводительством Костюшка состоялся бой у села Кобылка. После поражения повстанцев под Мацаевицами и пленения вождя восстания Тадеуша Костюшка, положение восставших сильно ухудшилось. Русская армия всеми силами стремилась овладеть Варшавой до наступления зимы. Польские и литовские отряды стали двигаться к столице для ее защиты. Отряд генерала Майена расположился у местечка Кобылка, чтобы задержать продвижение войск генерала Суворова. В 5 утра 26 октября Суворов подошел к местечку Кобылка и ударил по полякам частью своих сил. Остальные подразделения подошли к месту боя позже. Во время битвы поляки были вынуждены отступить. При этом часть их войск оказалась отрезанной от основных сил. В этом бою поляки и литовцы потеряли 450 человек убитыми, 9 орудий и единственное знамя. Свыше 1000 человек попало в плен. После этой победы путь Суворову на Варшаву был открыт.